Одиннадцатиклассник Дима второе лето проявляет себя как взрослый, ответственный человек. Вместе с друзьями он работает. Подростки занимаются благоустройством пришкольной территории. Убирают мусор, подрезают кусты, высаживают цветы. Я решил, что лучше самому зарабатывать деньги, чем просить деньги у родителей. Так что самостоятельность, она нужна во всем. У десятиклассника Максима это первое рабочее лето. Он шествует над животными. В школьном живом уголке настоящий маленький зоопарк. Тут и кролики, и песчанки, и японские карликовые мышки. Больше всего Максиму нравится ухаживать за морскими свинками. Неприхотливы. На первую зарплату Максим купит новый сенсорный телефон. Ну, работа здесь несложно, так как всего лишь нужно проработать 2 часа в день. Ухаживать за животными несложно тоже. Ну и для этого, чтобы не тревожить родителей, зарабатываем деньги. Работа начинается в 10 утра и заканчивается в полдень. За процессом внимательно следит инструктор по труду Наталья Синокосова. Если нужно, помогает советом. Вообще-то очень здорово, что ученики ухаживают за животными и вообще работают очень хорошо. Они чувствуют себя самостоятельными, уверенность появляется. Я всегда спрашиваю, на что вы тратите свои деньги? И все тратят очень целенаправленно. Зарплата школьников чуть больше 2000 рублей, складывается из 2 частей. Деньги работодателей, материальная поддержка от центра занятости. В настоящее время большое внимание уделяется соблюдению трудового законодательства в отношении несовершеннолетних. И ребята, конечно же, должны знать, что если они поступают даже на временную работу, работодатель обязан с подростком заключить срочный трудовой договор на период участия во временных работах. Рабочие места для подростков в этом году предоставили почти все школы города. Возможность подзаработать получили 1300 старшеклассников. Евгения Власюк, Мария Князева, Александр Пахомов. Новости сейчас.